Привет, можешь рассказать кратко о себе и почему ты вышла? Меня зовут Вика, я родилась в Воронеже. Долго я терпела, пыталась вообще осознать происходящее, что происходит в связи с этой войной и как вообще такое могло произойти. Но в один прекрасный день я поняла, что я больше не могу молчать, терпеть. Я умею рисовать, поэтому я решила, что... Ты сама это нарисовала, да? Да, я могу высказывать через рисунки, через плакаты, через шаши, через пикатуры, то есть сильно различными способами. Не было страшно? По-моему, война куда страшнее, чем выйти и высказать свое мнение, высказать свою позицию, что я против войны, и я просто требую незамедлительно вывода войск российских с территории Украины. Не должны гибнуть люди просто так, ни за что, за какие-то имперские замашки одного человека. Люди подходят, проходят мимо, что говорят, как относятся? Большая часть поддерживает. Поддерживает? Конечно. Свою позицию, да? Да. Ты же понимаешь, что сейчас приедут сотрудники полиции и тебя, скорее всего, заберут. Готова к этому, да? К этому готова, да? Да.